Hey guys, с вами Шумики, и мы поиграем сегодня в игру под названием Rusty Lake Paradise. Или Rusty Lake, Райский остров. Ладно, начнем. Rusty Lake представляет. Я помню день, когда я вернулся на Райский остров. Остров, на котором жила моя семья. С тех пор, как я получил известие о смерти моей матери, туманные воспоминания детства начали проясняться. С первого взгляда на остров, я ощутил присутствие матери. Сложно забыть источники стольких воспоминаний. Казнь первая. Вода превращается в кровь. Да, вижу кровь. Так, введите, чтобы двигаться влево или вправо. Так. А ему нужна какая-то херь. Походу, это бамбук вот этот. Это кликер-квест, можно сказать. Так, лодочка. Крючок, мачете. Так, коробка. Так. Леска. Так, нажмите на текст, чтобы переводить. Апреля года. Мой дорогой сын Яков, к сожалению, сообщаю о безвременной кончине твоей матери. Так, ага. Пожалуйста, возвращайся на Райский остров. Ты нужен нам здесь. Твой отец. Ну, можно было просто так сказать, ее фаза. Так, окей. У нас есть леска, у нас есть мачете. Давайте сначала посмотрим, что можно сделать с этим фруктом. Используйте предмет в инвентаре. Ладно, разрезать, скорее всего, надо. Так, червячок, хорошо. Так, теперь мачетой разрубить себе этот. Палка есть. Он ему нужна была палка. Ну, короче, удочку, походу, нужно ему сделать. Так, так. Креветка. Креветка. Так. О, как раз у нас креветка. На. Угу, Райский остров. Так, по стрелочкам. Бабуль, у тебя что-то с носа. О, пиявка. Приятно видеть своего внука. Сожалею о смерти твоей матери. Так, коза. Нужно либо покормить, либо попоить, скорее всего. Ага. Кровь. Так, мне нужен какой-то вакуум. Так. Червячок. Пиявок сюда надо. А, еще нужно... Три штуки. Ну ладно. Мой дорогой сын, я так хочу пить. Мой дядя Джеральд. Элдерская семья. Дядя. Моя бабушка Маргарет. Мой братишка Дэвид. Моя сестренка Элизабет. Это я, 15 лет назад. Моя бедная матушка Каролина. Мой отец Николас. Так, то, скорее всего, либо дядя мы видели, хотя мы ж выросли. Получается, то, скорее, был наш младший брат. Ладно, так. Так, кувшин. Теперь я могу напоить козу, скорее всего. Раз. Так, так, сначала пойду к козе. Если ей только нужна вода. А что это хотя бы? Кувшин с кровью. Ага. И у нас остался вакуум. Пиявка, ладно. Так, тихо. Мне нужно еще две пиявки. Так. А, там закрыто. Хорошо, значит. Еще одна пиявка.
Я играл еще в некоторые игры в Расти Лейка. Там пещера, по-моему, называлась. Здесь закрыто, здесь ключ нужен. Так, и тут еще креветка лежала. Вместо мяса креветки у нас еще один этот. Хорошо. Но я не видел, где я могу ключи взять. Скорее всего... Что за херь? А, все. Может, отсюда мне ключи дадут? Ага, можно сразу. Хорошо. Так, да, ключик. Короче, я сюда буду какие-то вещи походу приносить, и мне будут что-то давать взамен. Принеси мои воспоминания к озеру. И озеро перестанет истекать кровью. Окей. Так, ну, мне показано туда идти, ну, пошлите. Там что-то булькает. Ну, гроб, почему бы и нет. Элиз... Да, это гроб нашей, получается, матери. Так, куб и знак какой-то. Вот такой знак это был, знаете, в Япониях бывает там, если кто-то кого любит, типа, здесь имя девушка, а здесь парня. Кажется, либо прими нашу жертву и надели нас просветлением. У нас типа не сатанисты, что ли? Похоже на то. Так, мы озеро очистили. А сколько тут всего? Ну, я вижу, вот это, скорее всего, мор скота, когда скот умирает. Это призраки какие-то. Еще мужик какой-то, саранча, мухи. Ночь, зима. О, еще лягушки вижу. Ой, я же могу выбирать? Не. Я думал, я выбирать могу. Кась вторая. Лягушки. Ну, там их было сколько? 7-8? Не, 9. 9 я почти, кажется, насчитал. Ну, получается, по 2. 2 казни за серию. Так, ладно, ты у нас кто? Ты у нас младший брат. Лягушка. Окей. Здесь я лягушку получить могу. Те, которые типа светятся, туда я могу прыгать. А, оно повторно, значит, мне нужно на всех шильку в шинки прыгать. Ну, это логично, в принципе, здесь игра. Так, сюда. Сделаю по-другому. Так, 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 так. А, я понял. Окей, тупанул. Хотя. Так, сюда, 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 сюда. Хоп, 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 хоп. Готово. Так, здесь мне нужно сюда, 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 сюда. Готово. Мне обязательно нужно сейчас прыгнуть сюда, так как я потом... А, хотя я отсюда смогу, обратно никак, ладно. Так, 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 так. Ну, это логично, ладно. Это легенько. Отсюда сюда. Тогда я не смог вот это забрать никак больше. Значит, отсюда я смогу сюда перепрыгнуть. Раз, два. Раз, два. А ну-ка, ладно. Так. Так, 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 так. Так, готово, ладно.
Лягушка. Так, брата и лягушку я забрать никак не смогу, потому что он постоянно штаны свои открывает. Так, это дядя. Ключ. Эй. Ему нужно пожрать принести. Хорошо. Дудочка. Либо дудочка, либо это флейта. Одинаково находить просто, ладно. Сначала сделаем старовой, сделали. Теперь вот эти и две кучки. Лягушка, лягушка, лягушка. Так, а, тебе ж флейта нужна. А я могу просто лягушку забрать? Ну-ка. А, только с флейты, хорошо. Так. Четыре лягушки. Заперто. Так, где-то ключи должны получить еще. О, ремень. Ой, я сейчас как раз вернусь к тому мужику. Ремешок. Так, что здесь у нас? Я понял, крутить, а ну-ка. Так. Так, этот нужно сюда. Тихо. Сейчас не доехал. Вот так. Ага, и все готово. Оп. Лягушечья флейта. Даже так. Так, значит. Я сейчас не буду сразу на флейте играть. Я пойду в самое начало. Сначала возьму эту лягушку. Потом с флейтой, скорее всего, там будет что-то связано. Так, тебе ремень перевязать, чтобы ты лягушку в штаны не засунул. А, что, ничего, да, не удалось? Так, ладно, лягушка. Фроги. Фрагс. Так, тебе нужен суп. Теперь ты. Флейта. Просто дудеть нужно? То есть я просто нажимаю на дудку? И ничего. Звук поменялся, или мне кажется? А, это руки типа? А ну-ка, это такой, это длинный. А ну-ка. Так, длинный. Два длинных? Два длинных. Один еще короткий и длинный. Ну. И в чем дело? По-моему, я что-то сломал. Не, походу, да, сломал что-то, потому что я не смог. Ага, все. Дальше. Лево, право, лево, бля. Раз, два, раз, два, раз, еще раз. Так, давай дальше. Раз. Угу, теперь. Раз, два. Раз, два. Два этих. И один этот. Готово. Лягушка. Ты, сестра, ничего не скажешь? А, она слепая. Ладно. Хорошо вновь ощутить присутствие брата. Знаки какие-то. Получающего, непонятно, ладно. Так, поехали. Бабуль, лягушки тебе нужны. Миска. А, тебе нужен огонь? Ну, на. Лягушечий суп. Хорошо, теперь... А, ключ я знаю теперь где.
Нужно к дяде вернуться. Вот он. Теперь он сам лягушечек. Бля. Серьезно? Отвращение. Это отвращение. Так, ладно. Ключик, ключик. Еще один куб воспоминаний. Яков, Яков, мой первенец. Блять, это как-то жутковато даже. Ладно, куб. Так, а мы вниз не смотрели. Ничего нету, ладно. Оп. Готово. Ага, теперь еще как отъерь. Кайс третья. Москиты и вши. Ладно, значит, давайте следующие казни мы продолжим в другой серии. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. До новых казней. Пока.